Всем привет! Добро пожаловать на канал Альфия ФМ, и это будет мой очередной влог. Начинаю я его с завтрака. Здесь у меня сырники, там еще сейчас жарится. Можно, наверное, услышать, как скворчит масло на сковородке. Тут крепкий-крепкий чай с бергамотом и сливками. Ну и сырники я буду есть с варенья из фейхоа. Все, всем приятного аппетита вместе со мной. Давайте напишем планы на день вместе. Ну а планы на день у меня сегодня такие себе, не супер хитрые, но они есть. Что еще сшить, я не придумала, поэтому написала так, но собираюсь поработать сегодня над этим вопросом, потому что шить обязательно нужно, надо посмотреть, какие у меня есть ткани, что-нибудь смоделировать, ну в общем, не сидеть просто так. И мне нужно сшить что-нибудь именно для наличия в Инстаграм, в общем, ну что можно презентовать. И я еще думаю над тем, чтобы себе уже на осень посмотреть. Ну ладно. Ну, в общем, вышивка розы-золотой, это я играю в игру. Это потом на вечер, чтение, надо выбрать какую-нибудь книжку. Все, начинаю себе вписывать этот пункт тоже. Хочу вернуться к чтению тоже. Вот, ну все, тут чистое белье, помыть обувь. В принципе-то такой у меня сегодня выходной практически, девчонки. Начистила картошки, накрошила, сейчас промыла, вот лежит у меня, отсушивается над раковиной, пожарю вместе с вешенками. Ну а вешенки у меня уже пожарились, я их обжарила с луком, черный перец молотый сюда положила. В общем, отдельно я обжариваю от картофеля, потому что иначе у меня получается, что либо грибы вареные, они жареные, либо чего, ну, как-то не очень. А вот когда отдельно, и потом в конце уже, когда картошка практически готова, я кладу, и мне, вот, мне так вкусно. Какой-то день у меня немножечко тюлень. В итоге я убралась в шкафах, вещи перебралась, ну, постиранные все разобрала и вообще навела порядок в этих, на полках. Ой, заговариваюсь. На полках. И что-то так день у меня уже прошел, время уже 5:30, я вот готовлю ужин. Как так? Ничего не успела. Бывают такие дни, когда моргнул, уже обед, моргнул, уже ужин. Вот и все. Ну ладно, отдыхать тоже надо. В любом случае, без дела я сидеть не буду постоянно, поэтому спокойно отношусь к этому всему. Вот сейчас ужин приготовлю, ну и буду заниматься вышивкой тогда. Может быть, нарисую какие-нибудь эскизики для своих будущих швейных проектов. Доброе утро, девочки, очередное. У меня снова завтрак. Смотрите, я здесь открыла облепиховый конфитюр, который варила без косточек. Вчера я пекла еще оладушки, вот у меня осталось несколько штучек. Ну и на завтрак я решила съесть вот яичко всмятку. И в Пятерке нашла классный авокадо свежий. Вот такой средних размеров на 100 рублей вышел. Вот, в принципе, я его на 3-4 раза делю. На 3-4 завтрака мне хватает. Здорово! Все, буду сейчас завтракать, и сегодня у меня много-много дел, поэтому беру вас с собой, будете мне помогать. Вот, мы с вами сейчас пойдем на почту, будем отправлять посылочку в Бийск. У нас тут была же ярмарка в храме, и моя подружка из Бийска купила вот два таких полотенчика и один набор прихватка с полотенцем. Вот так вот это все выглядит, отправлю ей. Все, мы с вами уже идем обратно, я даже зашла домой, купила себе лампочку для холодильника, но она сгорела. Поэтому я пошла, ее обменяла, мне без слов ее поменяли, там же проверили сразу. Так что я надеюсь, что сейчас приду, и она будет дома тоже так же работать. Сегодня такая хорошая погода, не так сильно жарко. И я, если честно, вся в мыслях о той свадьбе моей невесты. А сегодня вот у нее свадьба. С утра с ней переписывались, я ее поздравила. Она говорит... Сначала, говорит, все нормально было, а потом, ну, из дома, когда вышли, меня, говорит, начало трясти. Ну, я понимаю, это в любом случае мандраж, неважно, насколько торжественная, не торжественная свадьба. Это всегда эмоции, всегда волнение. Я прям очень-очень жду, как, ну, она все равно уж в Инстаграме там у себя будет показывать. Это интересно посмотреть, интересно потом ее эмоции послушать. Прям класс. Всем доброе утро, у меня уже следующий день,
Я уже такая, знаете, позавтракала, в душ сходила, вроде так все такие свои дела сделала, и вот пришла на кухню. Надо мне здесь убрать немножечко поверхность. Сегодня буду готовить хачапури по-аджарски. Я надеюсь, что у меня получится снять видео, вам показать, как это делаю я. Ну и что еще? Самое главное, моя невестушка мне... Я буду, в общем, работать, убираться и потихонечку с вами говорить. Невеста, значит, мне прислала уже фотографии своего платья. У них вчера была свадьба. И так быстро она мне, конечно, сразу же прислала фотки. Я такая довольная была, мне так понравилось. И знаете, самое что классное, это то, что она... в восторге, то есть у нее прям глаза горят. Она говорит, я так себе нравлюсь, мне так было здорово. Я говорю, ну круто, вот мне, знаете, тоже приятно быть частью такого вот праздника, да, у людей, когда это приятные эмоции, это горящие глаза. Ой, ну прям... Я в таком сразу, знаете, на такое сразу приподнятое настроение, и я даже вот не знаю, как толком выразить свои чувства, свои эмоции. Но хочу еще так шить, вот что-нибудь подобную красоту какую-нибудь создавать. Конечно, мне изначально было страшно, ну, это нормально, да, нормальный такой страх, волнение, когда ты берешься за работу, которую ты никогда не делал. Все равно я, хоть у меня есть умения, знания, но я все равно не настолько прям... уверена еще, да, в своих навыках, потому что, будем честными, это не секрет, да, ни для кого. Я только-только еще делаю шаги свои первые вот в этой сфере. Пусть уже я сшила для себя несколько платьев, да, там брюк, но все равно это еще немножечко не то. А тут сразу свадебное платье, ну вы представляете, я вам сюда вставлю, конечно же, фотографии, вот вы уже их видите, это вообще, она такая, она пишет тоже, что там вот фотки там с разрезом, где именно видно вот ножку красинка, я только ради таких фоток сделала этот разрез, мол, хотела. Ну, короче, котенок счастлив, я тоже, мне прям очень-очень радостно. Реально прям классно, вот знаете, это то вот удовлетворение от своей работы, вот, которое реально ты понимаешь, да, вот этим я хочу заниматься. Конечно, все невесты разные, возможно, когда-нибудь мне попадется не такой счастливый человечек, но не хочу даже об этом думать. И вообще, если у меня еще будут такие свадебные заказы, я буду с удовольствием за них браться. Это потому что очень интересно. Вот именно интересно шить платья праздничные, торжественные, да, какие-то такие необычные. Конечно, на и повседневную носку тоже есть разные фасоны платьев. Но, допустим, мне не очень было бы интересно шить, ну, какую-нибудь... Ну, не знаю, ну хотя нет, мне, наверное, все интересно. Вот сейчас уже начала додумать. Да нет, все интересно, просто каждая по-своему. И если есть всякие рюши, всякие там бусины, украшательства, конечно, это мне больше доставит интереса, да, ну, вот в работе. Но, да, повседневно я тоже, наверное, хотела бы шить. Возможно, я бы не хотела шить пиджаки. Но, опять-таки, ради интереса можно и попробовать. Вот сейчас у меня есть ткань. Мне свекровь ее, ну, подарила, а там ткань, получается, идет на пиджак и на юбку. И у меня еще есть тканюшка на блузку. Я вот думаю, может быть, я попробую свои силы. Ну, как бы, когда для себя ты шьешь, мне же не надо к чему-то, какому-то определенной дате, да, торопиться, к какому-то числу. Может быть. Ну, в общем, оставайтесь со мной, я вам все покажу, конечно же. Ну, пока, прям, девчонки, ну, прям, ой, я такая вообще радостная, не могу. Мне настолько это все нравится. Ай, красота. Так, что у нас сегодня на повестке дня? Ладно, сегодня у нас, значит, мы с вами будем готовить этот хачапури, я это уже говорила. Еще я сегодня... Короче, я решила, что теперь в будни я буду шить
с утра до обеда, потому что мне хочется еще различных мелочей вышивальных, ну, пошить, ну, именно аксессуаров, да. А потом буду убираться дома, всякие готовить штучки, потому что мне нужно расхламиться, если честно, немножко, ну, точнее, не немножко, а очень сильно, потому что за вот эти 3-4 месяца, которые я училась, я мало времени уделяла дому. И, конечно же, у меня накопились такие эти горячие точки. Вся квартира одна горячая точка. Вот, и поэтому нужно, конечно, все равно все разгребать. Вот здесь всю эту полку хочу, конечно, перебрать с крупами. Ну, с крупами у меня более-менее порядок, так-то там неплохо в целом. Но, в общем, требует все равно такая уже основательная уборка генеральная квартира. Уборку генерального квартира требует. Ой, что у меня с падежами и окончаниями? Это как мне понравилось из Казани. Есть же видео, там один зритель написал «В этом метрошке», ну, как я сказала. А я такая потом пересматриваю и реально там «Ну да, говорю, теперь там не страшно ходить в этом метрошке». Хотела сказать в этом метро, потом мне, чтобы вот, у меня это реально косноязычие, я за него всегда извиняюсь. Ну, вроде стараюсь работать над своей речью, но правда не всегда у меня это получается, и особенно когда если я на эмоциях и что-нибудь там такое рассказываю, да, ну то есть онлайн здесь и сейчас это что-то незапланированное. Ну, у меня редко такое бывает, что я прям планирую свою речь, но все равно иной раз я прям продумываю каждое слово, да, что как сказать, что правильно было. А когда это такой лайфстайл, я там уже отчебучиваю все подряд. И вот я потом так смеялась, я потом тоже такая всем рассказываю, такая, ой, Грон, я говорю, что говорю, в этом метрошке. Жесть, что к чему вообще. Все, я уже убралась, у меня здесь чистая поверхность. Сейчас уже буду готовиться к съемке рецепта аджарских хачапури. Конечно же, вам все-все покажу. Вы знаете, можно будет посмотреть в моем плейлисте мои рецепты, да, готовим с Альфией. Итак, итак. Еще хотелось бы мне, конечно, выйти в прямой эфир, возможно, с вами поболтать. Если вам интересно, тоже напишите. У меня, конечно, не так уж прям супер много зрителей, но они бывают на прямых эфирах. Ну и мне интересно поговорить с вами в прямом, ну вот, в режиме онлайн непосредственно. Поэтому, возможно, скоро совсем будет эфир прямой. Еще мне интересно, конечно, все-таки я не хочу отходить от мысли сделать прямые эфиры днем либо утром, но, скорее всего, в обед, да, это будет прям очень комфортно, удобно, может быть, что-нибудь с вами готовить, да, во время прямого эфира, параллельно общаться, ну, что-нибудь такое, либо какое-нибудь изделие, что-нибудь шить, ну, короче, девчонки, ну, вот какой-то такой вот у меня есть план, давненько я его уже вынашиваю. Вот, но я думаю, что сейчас уже у меня будет время на то, чтобы осуществлять какие-нибудь свои мелкие задумки, вот, и разнообразить свой канал. Ой, ну я даю. Я, главное, приготовила тут хачапури и уже практически его съела и вспомнила о том, что я вам не показала. Ну уж извините, ладно, увидите у меня в рецептах по пятницам. Как всегда, я вот выкладываю там рецептики, поэтому... Хочу возобновить эту рубрику, вот, если что, вот, до встречи в следующем, в том видео. Ну, а пока я все, я сейчас поем и пойду заниматься другими делами, какими-нибудь по дому, не знаю, покажу, в общем, девчонки, чем буду заниматься, пока прям просто наслаждаюсь вкусным хачапури. Ой, я такая довольная, налопалась, сейчас прям хочется полежать, поваляться немножечко, я это и сделаю, ну а затем буду уже убираться и делать другие дела, поэтому давайте я этот влог закончу, сейчас же его смонтирую и выложу вам на канал, чтобы было что посмотреть, поэтому я всех-всех обнимаю, спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца, уделили мне внимание, увидимся совсем скоро, пока-пока!